Добрый день, уважаемые друзья. К нам в очередной раз пришли плиты компании Мельтеч. Производятся в Китае различные степени защиты. Вот здесь, например, 4 класса, 2 класса, 1 и софт-панель. Честно говоря, не очень знаю какого. Ну, посмотрим. Все плиты упакованы в непромокаемые пакеты. Посмотрите. Такие вот. Внутри находятся слои разнообразные. Мы посмотрим потом, какие. Плита 4 класса находится в такой тканевой обшивке приклеенной. Мы тоже посмотрим, что это такое. Вес вот этой плиты составляет 2 килограмма 650 грамм. Она сделана добротно, качественно. Жесткая плита. Ну, мы по краям вот здесь вот поролоновые вставочки. Мы посмотрим, что в ней внутри. Давайте сперва вскроем вот этот пакет. Возьмем нож и вскроем аккуратно пакет, который софт-панель. Итак, мы вскрыли эту панель. Вот видите, тут слой кевлара, а также, я так думаю, это своеобразный кап, демпферная подушечка, тоненький, 5 мм спученный. Две пластинки пластиковые. Это не баллистическая защита, это просто пластиковая какая-то защита. И я насчитал 26 слоев кевлара. Такой толщины они, кевларовые, пропитанные. Мы посмотрим его пулепробиваемость на испытаниях на стрельбище. Вес этого пакета составляет 550 грамм. В нем 26 листов кевлара, как вы видите. Как вы видите, я вскрыл второй пакет первого уровня, как здесь написано. В нем оказалось 32 листа кевлара, также демпферная подушечка, так называемый кап. Все это вшито в непромокаемую чехольчик. Листы кевлара соединены скотчем, но уже пластикового. Проставочки у нас здесь, как вы видите, нет. Но уже 32 листа кевлара. Мы также посмотрим впоследствии, как он будет держать разнообразные калибры, которые мы будем отстреливать на стрельбище. Вот я вскрыл третий пакет, 2 уровня, как здесь написано. Вес этого пакета составляет уже 700 грамм. 700 грамм. В нем также находится демпфер, кап так называемый, толщиной, мне кажется, чуть побольше. Также в нем находятся пропитанные листы кевлара, 38 слоев. Вот уровень защиты второй, 38 слоев. Посмотрим потом, как будет этот пакет держать пули при стрельбе. Также они соединены, как вы можете видеть, скотчем внутри и зашиты влагозащищенный чехол. Ну, по моему мнению, весь кевлар пропитан смолой, наверное, или пластиком, я не знаю. Но она, видите, не ломается. То есть я думаю, что это какой-то полимер. Это, наверное, для, скорее всего,
защиты от влаги, потому что кевлар теряет свои свойства при намокании. И дабы избежать этого, видимо, они пропитали все это, чтобы там не скапливалась влага и кевлар не терял свои свойства. Вот такой пакетик у нас, третий, второго уровня. Вот я вскрыл крайний, четвертый пакет четвертого класса защиты, как здесь обозначено. Он вот вклеен в такую ткань. Здесь прессованный, клеенный, я так понимаю, арамид. Вот он такой толщины, порядка, ну я думаю, сантиметр, может чуть меньше. Впереди вот тут немножко поролон приклеен. Он по свойству, так если посмотреть, очень жесткий. Ну, будем смотреть его, как он будет держать нарезные калибры.